Хей-хей-хей, всем привет, дорогие друзья, с вами Чинаски, и сегодня мы продолжаем играть в замечательную игру под названием Horse Paradise. Друзья, игра специально для тех, кто любит... О, кстати, друг Фионы, смотрите. Кто любит лошадей. И прямо сейчас у вас на экранах находится топ-комментарий с предыдущего видео. И также напоминаю, ребят, если вы хотите попасть в следующую подборку комментариев, а также чтобы вообще вышла следующая серия по этой игре, не забудьте поставить лайк прямо сейчас. Это очень даже поможет. Ну что, ребят, немножко так... О, смотрите, а мы уже двоих нашли. Слушайте, а у меня квест этот вообще активирован уже или еще нет? Так, стори-квест, да, найти... Друзей Фиона, а куда их надо привести? Вот, двоих нашел. А, может, надо их отнести на базу к нам? Ну, что-то вроде базы, по крайней мере, у нас же здесь есть. Так, пожалуйста, спустись. Да, отлично. Отлично, наша Далма, как обычно, прекрасна. Нам теперь нужно только найти, куда отвести и друзей Фиона. Ну, друзей, родственников, или как это сказать, жеребят. Жеребят, наверное, Фиона лучше всего назвать их именно так. Кстати говоря, вот еще одно сокровище. Отлично, бери, ну давай, поднимай. Отлично, 7 из 10. Реально интересно, что будет, когда мы найдем 10 сокровищ, дорогие друзья. Очень даже хочется это узнать. Может быть, даже у нас получится сделать это в этой серии, а может быть, в следующей. Кто знает, посмотрим. Так, тут у нас пока что ничего. Ну вот, собственно говоря, наша база, по крайней мере, что-то похожее на базу. О, да, смотрите. Фух, какое облегчение, хорошая работа. А ты готова помочь, лошадка, ты об этом знаешь? Все, да, 20 опыта или что, 20 лошадиных голов мы получили, в принципе. Ну, отлично, я очень даже рад. Так, проапгрейдить 4 фермы до 3 уровня нам нужно. Слушайте, давайте, наверное, это сделаем в первую очередь, потому что в случае чего будем покупать здесь всякую еду, например. Вот смотрите, у меня только... Да, отлично, это мы выполнили. Так, два наших этого домика для... Два стойла, вот, правильно всего сказать, два стойла. Надо проапгрейдить до 5 уровня. Ой-ой-ой, нифига, это дорого стоит. Ну ладно, давайте, все. Кстати говоря, нужно бы здесь будет поселить, наверное, другую лошадку, потому что у нас с вами Далма прокачана, а эта лошадка вообще нет. По сути, наверное, нужно тоже какую-то прокачанную лошадку положить в это стойло, поставить, потому что 5 уровень это все-таки не хухры-мухры, так сказать. Так, нам нужно получить банан. О, здесь уже есть яблочко, хорошо. И нам нужно еще получить банан для того, чтобы мы выполнили все с вами квесты. Смотрите-ка, уже только начало серии, а мы уже все квесты с вами выполнили. Ребят, ну не кайф ли? По-моему, кайф. И заодно прокачали еще раз Далму. Смотрите, это у нас получается сейчас будет 10 уровень уже у нее. 10! Как красиво у нас тут все раскрашено. Так, мы открыли с вами... Ух ты, белый шотландский пони написано. Какие-то неоновые сердечки и серые глаза. Ребят, звучит круто на самом деле. Звучит реально круто. Я еще вот хочу разобраться, хочу понять, каким... Можно здесь переиграть, конечно. Ну, блин, я не хочу переигрывать. Можно мне какой-нибудь тяжелый тогда квест? Ага, тут можно, смотрите. Смотрите, что здесь, сколько всего интересного-то есть. Единственное, что я не могу понять, почему все-таки не засчитывается прохождение квестов. Я же уже отводил Фиону к озеру. Ну, было бы прикольно, если бы засчитывалось, как мне кажется. Так, ладно, давайте, может быть, поучаствуем в гоночке. Мне бы хотелось сегодня еще немножко погоняться. Мы с вами, наверное, купим парочку яблок. Раз. Два. И морковку можно. Три. Готово. Теперь нужно покормить нашу лошадь. Смотрите, у нее теперь... Стоп. Да, у нее теперь нужно 24 энергии для того, чтобы прокачаться. Ладно, давайте банан, морковка и яблочко. Все, все. Смотрите, наша лошадь Чинаски готова к бегу, мне кажется. У нее такие голубые глазки еще вдобавок. Хорошо. Меню, гоночки. И, наверное, давайте погоняемся во фриране. Блин, какие же красивые пегасы. Ребят, ну я вам говорил, вот 500 лайков, и я обязательно куплю дополнение с пегасами. Потому что пегасы, мне кажется, это просто бомба. Ладно, давайте насобираем себе немножечко, нафармим, так сказать, подковочек. Потому что чем больше подков, тем больше мы сможем делать разных прикольных штук. Так, главное не ударяться вот об эти деревяшки, об бочки, обо все вот это вот нехорошее. Потому что тогда энергия падает. Конечно, у нас с вами уже уровень довольно неплохой, довольно прокачанный. Я думаю, что 3 раза у нас наша Далма сможет удариться обо всякие препятствия. И только после этого она уже перестанет бегать. Что? Как я? Да ладно, как я попал под эту бочку? Я же вроде вовремя нажал. Блин. Очень неприятно, если честно, получилось. Нет, по-моему, все-таки 2 раза. Хотя, может быть, бочка просто отнимает больше, чем обычные деревяшки энергии. Ну ладно, пока вроде бы справляемся более-менее. Давай, прыгай, прыгай, прыгай. Все, хорошо. Главное делать все вовремя. Блин. Ладно, давайте я лучше включу щит, потому что что-то как-то опасно стало это все.
восстановиться. Так, купил себе буст. Не купил, получил. Я уже немножко заговариваюсь, потому что, ребят, мы уже с вами проскакали огромное количество. И все. Упали. Упали. Ну, не то, что упали, наша Далма просто устала, уже не хочет она бежать дальше. Но. Ух ты, светящийся пони. Это что, радиоактивный какой-то? Из Чернобыля? В общем, так или иначе, мы с вами выполнили задание, и это уже хорошо. Так, теперь нужно нафармить банан, это вообще не сложно, это мы уже с вами сделали вот так. А, или стоп, или не, я не успел сделать, по-моему, да? Где у меня тут? Вот, вот. Все, банан теперь у нас есть. А, теперь, что мы еще можем сделать? Теперь мы можем получить еще третью лошадку. Слушайте, ну давайте, давайте, какую? Я бы хотел какого-нибудь пони, если честно. Он, правда, дофига стоит, смотрите. Вот этот мне нравится, черненький пони. 2200. Ладно, тогда нам нужно поучаствовать еще в одной гонке. Вот, собственно говоря, рейс. Но нужно сначала покормить нашу лошадь. Давайте этим мы с вами и займемся сейчас. Раз, два, три. Все, покормили. Даже? Вроде да. Да, да, 24. Или 23, что там было написано? Ладно, давайте сначала выиграем приз. Ой, смотрите, нам... О, розовая масочка, это очень красиво, но мне под комплект идет именно звездная, поэтому я не буду ничего делать. Вот, давайте как-нибудь... Вот, я не знаю, что это... Вроде бы я поклонился, да? Ох, блин, как же это все здорово выглядит. Жаль, что нельзя еще приблизить, чтобы посмотреть с близкого расстояния. Ну, ой, как-то там какая-то другая лошадь появилась прямо на мне. Ладно, давайте выполним гоночку, чтобы получить побольше... Угу, угу, это значит на скорость другими игроками. Ладно, попробуем, попробуем, ребят. Главное здесь ни во что не удариться, потому что хотя бы один раз, если ударишься, то все, скорее всего, это уже проигрыш. Еле успел... Так, щит получили, хорошо, в случае чего можно будет нажать Е, и я буду спасен. А, нужно бы еще желательно получить буст, тогда мы 100% побеждаем. Пока что побеждаем с вероятностью в 95%, но если будет еще буст, то это все, это все 100% однозначно. Все, есть. Поскакали, вроде бы первые, ребят. Ой, там бедный пони в самом конце. Да, выполнили мы это задание тоже, и теперь нам, по сути, нужно просто купить еще пони. Поню, хочу себе поню. Так, три лошадки и еще одна из них. Это вот это, White Shetland Pony. Я так понимаю, что это называется белый шотландский пони, наверное. Хотя, может быть, и нет. Так, нам нужен level 5 стейбл. Нифига себе, нам нужно стойло 5 уровня для того, чтобы приобрести эту лошадку. Слушайте, ну, наверное, тогда я хотел бы эту лошадь продать. Да, надеюсь, что она попадет в хорошие руки. И вот сюда мы вполне себе можем теперь поставить нашего пони. Хорошо, что у нас... Блин, такой он маленький. А можно... Давайте как... Ребят, его можно назвать. Давайте так, в комментариях тот, чей вариант наберет больше всего лайков, так я и назову этого пони. Так что давайте, голосуйте за то, что вам больше всего нравится. И у вас есть шанс получить для нашего такого жеребца название. Так, тем временем, я пока что хочу все-таки кататься на Далме. На пони мы покатаемся в следующей серии. И я так понимаю, что все квесты мы уже выполнили. А, ну, нужно было еще одну лошадку. Блин, ладно. Ну, давайте самую дешевую. Бай Мустанг, да. Все, вот теперь выполнили. Ну, зря потратил, конечно, только подковы, но зато выполнили квест. Ничего страшного. Так, здесь есть. Банана есть. А здесь у нас рейс тоже есть. И последний остается. Это три лошадки тоже у нас с вами есть. Так, и у нас новый уровень. Ура, ура. И теперь у нас есть даже еще один пони. Но, ой, зеленый глаз. Блин, я бы поставил зеленый глаз, если честно. Только я не знаю. Вообще, что еще мы можем здесь делать, ребят? Кроме как гоняться и взаимодействовать с разными игроками. Вот, например, смотрите, Maple Frozen Patches. Давайте лайкнем ее, почему бы и нет. У нас с вами есть возможность лайкать, будем лайкать периодически. Вот еще одна, смотрите, Flower Kiss. Давайте тоже лайкнем. Я буду так помогать другим игрокам, для того, чтобы они чувствовали, что их лошадки тоже красивые и тоже кому-то нравятся. Ну что, теперь я думаю, что можно посмотреть остальные квесты новые. Так, три стойла надо проапгрейдить до 5 уровня. Обалдеть, у меня же одно стойло вообще 1, по-моему, уровня. Ладно, давайте сначала зафармим бананчик. Покупаем себе бананчик, готово. Далее, что я хочу еще сделать? Ну, давайте, давайте в квесты. Проапгрейдить ферму до 4 уровня. Нифига себе. 2000 это стоит. О! Это очень как-то много пока что. Давайте тогда выполним задание сначала на гоночку. Для этого нам нужен банан, морковь и яблоко. Как обычно, в принципе. Так, так. Все, прям идеально получилось. И теперь нам нужно выполнить гоночку. Поехали. Я так понимаю, что это опять будет с другими игроками, да?
Поехали. Я готов, ребята, я готов. Надеюсь, что в этот раз будет не особо сложно. Так, если что, у меня есть ускорение. И сразу... О, хорошо. Пока мы очень сильно оторвались благодаря ускорению. Давайте еще ускоримся. Смотрите, уже остальных лошадок даже не видно, потому что мы просто идеально впереди. О, есть. Пока все хорошо получается, ребят. Так, еще ускоряемся. Вообще, смотрите, наша лошадь в сам... прям финиширует самая первая без вариантов. Есть. Готово. 4000 у нас уже есть. Мы получаем еще за выполнение квеста ачивочку. И вообще прекрасно все получается. Вроде бы без каких-либо проблем. Так, тут у нас нужно теперь проапгрейдить ферму до 4 уровня. Давайте мы это сделаем. Мы теперь можем себе это позволить. Теперь мы можем выращивать тыкву, ребят. Настоящую тыкву. И нужно еще проапгрейдить вот это стойло. Да, а, нет, всего лишь 1000 монет нужно потратить. Смотрите. Все, получается, мы выполнили еще одно задание. Мы прям не по дням, а по часам растем. Ребят, вот смотрите, наш уровень все сильнее и сильнее становится. Так, ладно. Ну что, может быть, еще одну даже успеем. Посмотрим сейчас. Хотя, я так думаю, может быть, выполнить лучше тогда какой-нибудь stable level upgrade. То есть мы можем теперь проапгрейдить наше стойло еще сильнее. И давайте посмотрим какой-нибудь такой квест. Story квест. А, нужно найти 3 хилящих зелья. Отличная работа, ты хорошо помогаешь другим лошадкам. А теперь лошадки нуждаются в твоей помощи в лесах. Ты сможешь найти 3 хилищих зелья? Так вот, чего? Что это? Это как-то слишком просто, ребят. Раз зелье, 2 зелья. Так, а что такое? Нет, стой, я, наверное, случайно нажал на лошадку. И последнее зелье осталось, я думаю, что мы сейчас его найдем. Только, блин, жаль, что я не могу взлетать. Вот мне прям очень хочется поиграть за Пегаса. Смотрите, можно было бы взлететь, и, наверное, вообще бы не мешали все вот эти вот преграды. Видите, вот всякие там эти грибы или что это такое вообще. Они мешают, из-за этого Apache Аквабандит. Давайте лайкнем, смотрите, у него уже один... Смотрите, а мы куда-то вообще пришли в какое-то место, где очень красивые лошадки. Давайте Беллу лайкнем тоже, 24 лайка уже есть. И вот зелье, кстати, еще одно нашли. Классно. Отличная работа. Теперь мы можем лечить поврежденных лошадей. Пораненных лошадей, можно так сказать. Давайте я прилягу так. Вот так. Дайте лягу. О. Смотрите. Ребят, реально, у кого есть эта игра, можно было бы даже все вместе играть. Я прям отлайкаю всех, кто рядом со мной стоит, для того, чтобы им всем было приятненько. А меня, может быть, тоже кто-нибудь это лайкнет-то? У меня только 2 лайка пока что, не больше. Привет, Рио. Рио Роз Фокси. Ну-ка, лайк, пожалуйста. Пожалуйста, лайк. Ладно, похоже, что это так не работает. А, зато мы выполнили этот квест. Это тоже уже очень даже неплохо. Ага, смотрите. Можно теперь отхилить Твилайт The Pony. А, давайте теперь используем эти зелья. Найди и вылечи поврежденного пони. Он повредил свою ножку, когда пытался бежать галопом слишком быстро. Я понял. Давайте найдем этого пони, попробуем его вылечить. Только я, правда, не знаю, где его искать. Где же может быть этот пони? Он, в принципе, реально может быть где угодно абсолютно. Так, давайте. Давайте тогда попробуем пройти где-то ближе к озеру, может быть. По-моему, озеро здесь же, да? А может, он вообще на ферме? Слушайте, ну это какой-то квест такой странный. Я не знаю, где искать этого пони. Он может реально быть где угодно. Смотрите, мы пришли на эту ферму, да? Можно ее заодно проапгрейдить. А, 2000, это слишком дорого. Пока что не могу. Так, наша лошадка... Что-то с ней случилось не очень хорошее. Ага, можно же вертеть карту самому? Ну-ка, давай, лошадка, беги туда. А я пока поищу пони. Постараюсь, по крайней мере, найти... Он должен выглядеть... Смотрите, там какая-то DLC-зона, мистическая пещера. Хорошо. Луна, кстати говоря. Слушайте, а Луна этот персонаж или что? Давайте тоже лайкнем. Луна это красивое имя, почему бы и нет? Так, и... Пони... А, смотрите, он спрятался куда-то за дерево. Но я вижу там надпись «Вылечить». Ладно, побежали сюда. Побежали. Тут прям сборище лошадей. Давайте вылечим. Отличная работа, Твилайт вылечен. Давайте теперь надеяться, что он будет аккуратнее в следующий раз. И ты действительно нам очень сильно помогаешь. И мы получили еще 10 голов. Интересно, на что это все-таки влияет, эти головы? Мне прям интересно понять. Так, стоп. Здесь ничего. Аксессуары, может быть, здесь мы что-то можем выиграть. Increase your horse level. Ну да, пока у меня... Я еще не повысил свой уровень. Ну что, ребят, тогда я думаю, что можно на сегодня заканчивать. Мы выполнили достаточно много квестов, прокачались очень неплохо. Напоминаю вам, что обязательно пишите в комментариях название для нашей лошадки. Та, которая наберет больше всего лайков, так мы его и назовем. И, ребята, не забываем ставить лайки, подписываться на канал, ставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И,
конечно же, оставлять комментарии, ведь топ-комментарии попадут в следующую серию. С вами был Чинаски, я вас всех люблю и увидимся совсем скоро в новом видео. До скорой встречи, дорогие друзья, и пока-пока.